3, 2, 1, дышим. Три раза в неделю свое утро видновчанка Любовь Савинова начинает с дыхательной гимнастики. Спорт и прежде был в ее жизни, но раньше за приятное удовольствие приходилось платить. Порой немалые деньги. С появлением в округе социальной программы «Активное долголетие» у нее есть возможность посещать занятия бесплатно, что, безусловно, подспорье для пенсионерки. У нас сплотился коллектив, все такие бодрые, веселые, довольные, я не знаю, хохочем, смеемся, еще когда на улицу выходим. Ну, вообще замечательно. И главное, все это бесплатно. Так что вот будем молодыми и красивыми. Молодость и красоту пожилым видновчанкам помогает сохранить руководитель спортивного направления программы «Активное долголетие» Вера Белякина. В ее арсенале несколько классов – настольный теннис, бассейн, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика. Последняя подходит для людей всех возрастов и не требует специальной физической подготовки. У нас занималась бабушка, ей было 79 лет. Поначалу тяжело даже поднималась с коврика, и мы все бежали ей помочь, как бы. Но она настолько была, вот действительно, мы все ее, вот, ну как это сказать, настроение, когда, и когда в коллективе, это очень здорово, когда занятия в коллективе. Она говорит, мне не надо, я хочу сама. И буквально, наверное, я не знаю, сколько там, занятий 5-6, бабушка наша наравне со всеми занималась. Комплекс упражнений несложный, длится около 10 минут. Повторяется 3-5 раз в зависимости от физических возможностей каждой пенсионерки. Процесс тренировки под контролем специалиста. Дыхательная гимнастика способствует похудению, улучшению работы опорно-двигательной и дыхательной систем. Дыхательная гимнастика мне лично помогла во время самоизоляции. Я ею регулярно занималась. Дома? Конечно, дома делала 2-3 раза в день. Как чувствуешь себя немножечко упадок сил, она еще чем хороша. Она очень хорошо придает силы, бодрости. Казалось бы, спокойные упражнения, ничего особенного, никакой физической нагрузки особенно нет. Но бодрость после этой гимнастики вот такая. В классе дыхательной гимнастики две группы. Одна занимается 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Другая 2 раза, по вторникам и четвергам. Для обеих групп занятия исключительно в утренние часы. Начало в 9:30. Посещать гимнастику могут все желающие пенсионеры округа. Юлия Погосян, Александра Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.